能够跟西方的女生谈恋爱，我觉得有一点体面。忙于上班下班工作，圈子上比较小，然后今天来也是尝试一下，看拓宽一下，多一个途径吧。Сегодня мы в Zhuhai на этом мероприятии хотим познакомиться с интересными людьми и, возможно, с кем-то подружиться надолго, чтобы дружить и, возможно, какие-то отношения. Да, я считаю, что китайские мужчины, они очень заботливые отцы, они хорошие, внимательные папы, и как мужья они очень много, я знаю, хороших примеров, кто женился из моих друзей на китайцах, и они счастливы. Первый, конечно, внешний вид. Потому что Zhonghi一起的组合本来就是很特别的，就是特别容易让别人就是看着你这样子。Не знаю, хочется, чтобы мужчина был заботливый, семейный, серьезный, то есть чтобы был честный, это тоже очень важно, и щедрый, соответственно. 我觉得爱情固然重要，但是我觉得有一个这个爱情的结晶，有一个混血的宝宝，我觉得是让我更兴奋、更愿意看到的结果。混血宝宝，我觉得他有先天的这种基因创造出来的，这个小孩会更漂亮、更聪明吧。对，到，立体感非常强。然后当然还有。那я перекрасилась, чтобы больше походить на китаянку. Я тогда буду больше уверена, что мужчина, который ко мне подходит, он ему интересно я как личность, интересно узнать меня.Мою душу, а не потому что я там похожа на кого-то там из телевизора, кто ему нравится, на кого я, ну, в общем, я хочу настоящих каких-то серьезных отношений.